В округе подводят предварительные итоги голосования. Ямальцы участвовали в выборах нового состава Государственной Думы и парламента Тюменской области. Кроме того, голосование в некоторых муниципалитетах проходило на местном уровне. Ямал – один из лидеров по явке в стране. Несмотря на то, что в некоторых населенных пунктах бушевала непогода, в голосовании приняли участие более 65% избирателей. По предварительным данным, лидером голосования стала «Единая Россия». В частности, партия власти набрала 69,5% голосов на выборах в Госдуму и 68,3% в Тюменский областной парламент. Также в тройке лидеров Либерально-демократическая партия России и Коммунистическая партия Российской Федерации, набравшие по 13,5%. И 6,9% в Госдуму и 13,7% и 6,6% в Тюменскую Думу соответственно. Остальные партии пока не преодолели 5% барьер. Следует отметить, что данные могут измениться. По одномандатным избирательным округам поддержку избирателей получили кандидаты от партии «Единая Россия». Это Цупикова Лариса Дмитриевна. Она за нее проголосовало более 56 избирателей процента. Подсевич Михаил Сергеевич Надымский, избирательный округ номер 2, представляющий более 53%. Пушкарева Владимира Александровича, Муравленковский, избирательный округ номер 3, более 60% проголосовало за него. И более 55% за Ващенко Дениса Валерьевича, представляющий Пуровский, избирательный округ номер 4.